Меня зовут Ари Каган, я лидер демократов 45-го округа. Но вы знаете, после урагана Сэнди жизнь поделилась как бы на до и после. Я и раньше участвовал в программах коалиции русско-американской общины, был хорошо знаком и с Зиной Коноваловой, и с Сергеем Ковалевым, с Михаилом Шацем, Лилией Гельфанд и многими другими, Ниной Фридман, другими активистами коалиции. И я видел, какую пользу приносит эта организация русскоязычной общине. I'm certain I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Обещал не только Зине Коноваловой, главное, что я пообещал самому себе, что я обязательно сделаю все возможное, чтобы хоть чем-то помочь этой организации. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it